Привет, друзья! Решила снять маленькое видео. Погода испортилась. Посмотрите, сколько много помидорок на помидорке желтенькой. Но нету солнышка. Вот эти большие, крупненькие уже бы зрели. Но солнышка совсем нету. Но было пару дней, и опять стало пасмурно и холодрыга. Так, сегодня я проделала колоссальную работу. Расставила немножко свою рассаду. Перцы, помидорки, подсыпала земли им. Вот, баклажанчики, я считаю, как раз хорошенькие, не переросшие. Еще неизвестно, когда я их высажу, какая будет погода. Вот, перчики, дистрофики выбросила все. Вон они уже начинают даже зацветать. Надо, наверное, удалить коронный цветок. Не знаю, даже удалять, не удалять, кто как делает. Я когда удаляю, когда нет. Помидорки тоже достаточно хорошенькие, я считаю. Как раз к середине мая, к высадке. Если она состоится в середине мая, они будут тоже хорошенькие. Вот, сюда поставила цветочки. Вон, ну и петуньки начали подрастать. Лобелия вообще растет. Я уже раз подрезала. Так, вот сегодня посадила дыньки проросшие. Арбузики посадила еще под крышечку, потому что они только дали чуть-чуть корешок. И не проросли. Так, что хочу сказать насчет огурцов. Вот этот огурец скороспел. Видите, как зашел хорошо? Ну, потянулся, солнца нету, и он еще один лезет. Это я его уже второй раз посадила, вон тот. Потому что один пропал. А огурцы Зазуля, которые из белой пачки я покупала, не взошел ни один огурец, короче говоря. Я положила еще раз на проращивание. Вот эдератум мой пошел расти, красавец. Катарантусы что-то растут совсем медленно. Я их уже и подкормила, и порыхлила. И не знаю. Так, лимон. Лимоно-мандарин мой растет. И розмаринчик. Видите, как хорошо раскустился, хотя его не прищипало, ничего. Но растет очень медленно. Вот здесь у меня море нераспикированного, не душистый табак, не львиный зев малиновый и лобелия ампельная. Короче, не знаю, некуда мне их рассаживать, некуда ставить. Вообще не представляю, что делать. Финик, видите, растет. Тоже какой-то странный. Какой-то лист погрызенный. Не знаю, вроде Ася тут не грызла. Вот сюда переставила. Один лоточек с петунией. Это алисум белый. Здесь агератум. И вот три сальвии. Сальвия зашла плохо. И вот еще один агератум. И вот моя геранька цветет. Красавица малиновая. Вот еще сальвия, которую посеяла второй раз. Тоже взошла не густо. Ну, хоть еще будет пару штук. Вот это корневой сельдерей, который был раньше посеян. Тоже надо бы уже его пикировать. Но так не хочется. Уже бы в грунт высадить. Так погоды нет никакой. Видите, пасмурно. Дождь. Вот здесь львиный зев оранжевый. Подрастает. Капусточка цветная и ранняя. Хорошо пошла расти. Базилик лимонный. Пару штук упала. Вот здесь сельдерей, который зашел быстро. Не знаю по какой причине. Тоже корневой, только там свои семена, а здесь семена из магазина. И фиолетовый базилик. Тоже потянулся, хотя стоит на окошке, но здесь солнышка мало. Это еще агератума посеяла немножко. Это декоративная капусточка. Это помидоры бычье сердце оранжевое, которые у меня вообще не взошли. Я их посеяла еще раз, и вот зашло только две штучки. Видите, значит, очень были плохие семена. А вот здесь фиалочка моя маленькая. Не нарадуюсь, красоточка. А вот здесь моя огромная фиалочка. Хотя бедненькая стоит в темноте, но так красиво цветет. Просто обалдеть. Все, друзья, на этой позитивной ноте желаю вам всего хорошего, крепкого здоровья, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите, пишите комментарии. Всем пока!